Привіт! Минулого разу ми з тобою дізналися, що прийдешній рік може нам з тобою запропонувати. Але цікавлячись найближчим майбутнім, ми не повинні забувати про постійне самовдосконалення. Останніми астрологічними персонажами великої теми гармонізації планет в гороскопі у нас лишилися місячні вузли. Північний місячний вузол носить назву «голова дракона» або «раху». Південний – це «хвіст дракона» або «кету». Перший вважається еквівалентом Юпітера, другий – Сатурна. Місячні вузли обов'язково враховуються при складанні гороскопу, оскільки за силою впливу вони практично дорівнюються планетам. При цьому голова дракона вважається показником майбутнього, а хвіст – минулого. Энергия Раху или северного лунного узла – это наши бесконечные желания, навязчивые идеи, страхи. Главные признаки слабого Раху – это аморальное поведение, пороки, депрессии, повышенная возбудимость, иллюзии, суицидальные стремления, ссоры, драки, сектантство и фанатизм. На физическом уровне признаки слабой энергии Раху проявляются через слабый иммунитет, а значит слабое здоровье, через нервные расстройства, психические заболевания, также труднодиагностируемые заболевания. Шизофрения, рак и СПИД также связаны с нарушением энергии Раху в гороскопе. Затмевающей энергии Раху противодействуют светлые или прозрачные оттенки желтого, оранжевого и красного цвета в одежде и интерьере. Из ароматов энергию Раху гармонизируют лотос, ладан, камфора, шалфей, эвкалипт и сандал. Зернобобовые растения способны накапливать негативную энергию Раху, поэтому необходимо исключить употребление в пищу этих продуктов утром и вечером, а также в 11 и 26 лунные дни. Но особенно неблагоприятно сказывается употребление алкоголя, наркотиков, курение, употребление нездоровой пищи, это чипсы, газированные напитки. По субботам хорошо соблюдать пост, а каждый день режим дня. Неблагоприятная энергия Раху усиливается около полуночи, поэтому несет сильное негативное воздействие на наш бодрствующий в это время организм. Желательно ограничить сидение в интернете, просмотр телевидения, пустые разговоры. Не нужно критиковать других и самим не реагировать на критику. Противостоит негативной энергии Раху чистота мысли, тела, одежды, жилья, духовная музыка, спокойная атмосфера, использование натуральных материалов в интерьере, а также простой образ жизни. Людям со слабым Раху не стоит заниматься визуализацией, медиумическими практиками, нельзя подвергать себя гипнозу, развивать в себе оккультные способности. Правильнее заниматься духовным развитием через стремление служить другим людям и Богу. Энергия Кету или южного лунного узла, особенно зловредного, это сомнения, беспокойство, бунтарство, мошенничество, терроризм, изоляция, лишение, препятствия и секретность. Сильный Кету – это мудрость, самоуверенность, прямолинейность, проницательность, яркое воображение, хорошая интуиция, философский и исследовательский склад ума. На физическом уровне признаки слабого кета проявляются через общую слабость, расстройство пищеварения, нарушение эндокринной системы, кровообращения, мышечные и нервные расстройства, неизлечимые болезни. Если вы обнаружили у себя признаки слабого кету, то вы можете его гармонизировать. Затмевающие энергию кету противодействуют прозрачные тона красного, оранжевого и желтого цветов. Оттенки же серого усиливают негативную энергию кету. Гармонизировать южный узел можно и с помощью трав – шалфея, аира, мирты, можжевельника, ароматических масел ладана, камфоры и миры. Увеличивает энергию кету умение доверять своей интуиции. Для этого необходимо заниматься духовной практикой,
соблюдать режим дня. Нельзя сильно привязываться к материальным ценностям и людям. Стоит помнить о том, что то, от чего мы испытываем наибольшее счастье, от того же мы можем получить и самое большое страдание, а также то, что умереть мы можем в любой момент. Для усиления благостной энергии кету хорошо соблюдать пост по вторникам и по субботам, хорошо кормить бездомных собак, жертвовать теплые вещи в религиозные организации, помогать пожилым и старикам, в том числе и своим бабушкам и дедушкам. Лучше всего энергию кету гармонизирует духовное развитие, чтение священных писаний, особенно те, в которых говорится о бессмертии души. Хорошо медитировать, произносить мантры или молитвы. Першою орхідеєю, яку почали культивувати люди, був цимбідіум. Він став частиною історії Китаю ще до того, як про нього дізналися європейці. Конфуцій присвятив цій рослині цілу поему. Азіатський цимбідіум він називає «королем ароматів». Існувало повір'я, що гілочка квітучого цимбідіуму, розташована біля ліжка людини, дозволяє душі вночі перейти в інший світ, світ небесних богів, і вранці повернутися на землю. За однією з африканських легенд, квіти цієї орхідеї – це метелики, які не змогли злетіти. І лише у глуху ніч вони підіймаються до небес, допомагаючи людській душі здійснити небесну подорож туди і назад. Якщо тобі сподобалися ці легенди, то час познайомитися із самою рослиною. Отож, красень – цимбідіум. Цимбідіум – многолітня цвітуча орхідея з длинними кілеватими листями, собраними в наземні побіги, називаємо псевдобульбами. Окрас нежних восковых цветов представляет собой причудливое зрелище красных, бордовых, желтых и зеленых, белых и розовых, оттенков чистых цветов и смешанных. Окраска губы цветочка более яркая и пестрая. 1985 года появились и миниатюрные цимбидиумы, и теперь их разделяют на крупноцветковые и миниатюрные. Существует 44 ботанических разновидности цимбидиума. Это растение за свою эстетическую привлекательность и относительную простоту выращивания приобрело большую популярность. Для того, чтобы оно прекрасно себя чувствовало, ему необходимо светлое, теплое и влажное помещение. Очень хорошо для цимбидиума подходят остекленные лоджии и балконы, где в летнее время окна притянены от палящих солнечных лучей, а в зимнее время температура не опускается ниже 12-16 градусов. Хорошо также в летнее время растение выносить и на свежий воздух. Очень важным является правильный полив. Полив должен быть с марта по сентябрь обильный, а в зимнее время ограниченный. Еще для него очень благотворны опрыскивания теплой мягкой водой. В летнее время можно их проводить часто, совмещая с листовым подкармливанием, цирконом, эпином и плантофолом. В зимнее время опрыскивание можно не проводить. Единственное, раз в недельку вы опрыскиваете листовым удобрением, и этого достаточно. В уходе за цимбидиум существует один секрет. Для того, чтобы он скорее зацвел повторно, ему нужно обеспечить перепад дневных и ночных температур, чтобы вечерняя температура была ниже дневной на 10-15 градусов. В период интенсивного роста дважды в месяц подкармливайте цимбидиум. Длинному цветоносу цимбидиума необходима опора для того, чтобы он не прогибался и не обломился. Чем взрослее растение, тем больше оно дает ветвей и, соответственно, цветоносов. Растение очень легко размножается весной, когда оно цвело, если у вас в зимнее время цвел цимбидиум. Псевдобульбы цимбидиума можно отделить, сделав это очень деликатно, так, чтобы в каждом вазоне оставалось по 2-3 псевдобульбы. Если в вашем растении еще их мало, оно является молодым, то
что не спешите травмировать ваше растение. Существует ошибочное мнение о том, что после того, как цимбидиум отцвел, маточное старое растение погибает, а остаются только псевдобульбы. Хочу вас заверить, это неправда. Растение является многолетним. Пересадку цимбидиуму нужно проводить в марте-апреле. Почва должна быть рыхлая, как для орхидей, с использованием коры, мха сфагнума и добавлением кокосового волокна. Пересадку желательно проводить не чаще, чем один раз в 2-3 года. Во время деления псевдобуль обязательно нужно вместо срезов притрусить толченым древесным углем, для того, чтобы эти ранки затянулись поскорее. И молодые деленки регулярно опрыскивают, регулярно следят за поливом, обеспечивают им более теплую среду обитания. После 6-8 недель, столько длится укоренение, можно переходить на обычный режим ухаживания. Цимбидиумы глубоко действуют на духовный мир. Они пробуждают радостные, самые светлые и чистые мысли и чувства. Пусть присутствие этого воистину божественного растения цимбидиума затрагивает самые тонкие струны вашей души, вознося ее до небес, наполняя светом, чистотой и любовью. Твоє волосся стирчить в усі боки, а після розчісування ти схожа на кульбабку. Така ситуація знайома всім. Волосся наелектризувалося. Чому ми не завжди маємо таку проблему? Звідки вона виникає? Зазвичай ми звинувачуємо у всьому головні убори. А насправді ж непрезентабельний вигляд волосся має тоді, коли воно пересушене. Влітку це сонце, солона вода, зимою вітер, холод, сніг і дощ. До того ж, постійне користування феном. Треба терміново щось робити, аби зберегти наші зачіски акуратними і слухняними. Послухаємо, що нам порадить перукар. Для решения этой проблемы я могу предложить пользоваться эфирными маслами. Масло лаванды и розы предотвращают сечение и электризацию волос и придает волосам дополнительный блеск. Можно добавить несколько капель в распылитель водичкой и сбрызгивать волосы. Также можно после мытья головы нанести несколько капель на ладонь и растереть по волосам. После масла лаванды даже бессильна пластиковая расческа. Мы расчесываем, и волосы не идут за расческой. Для снятия электризации также можно сполоснуть пивом. Желательно светлым, не темным, не крепким, чтобы не слиплись волосы. Если регулярно споласкивать волосы минеральной водичкой, это тоже поможет нам избежать электролизации волос, а также прибавит блеск и мягкость волосам. Сейчас мы посушим ваши волосы, и желательно, чтобы фен у вас был с эффектом ионизации. You're so wonderful, you're so marvelous, you're so beautiful, you're so splendid.
які ми все ж таки жінки непослідовні. То дбаємо про волосся, то намагаємось будь-що його позбутися. А воно не забуває нам за це помститися, бере і росте розкішним килимом, але там, де воно не потрібне. Позбутися зайвої рослинності надовго можна, якщо пройти курс елос-епіляції, пропонованою клінікою Oxford Medical. Яка жінка не мріє про гладеньку шкіру? А особливо тоді, коли та ледь прихована під легким одягом від гарячих поглядів чоловіків. Гарячих і заздрісних. Адже і сучасні чоловіки все частіше невдоволені зайвою рослинністю на тілі. Любі мрійники, можете бути щасливими. Перетворити мрію на реальність вам допоможуть косметологи клініки Oxford Medical. Существует очень много методов, с помощью которых мы можем избавляться от избыточного роста волос. Однако на сегодняшний день одной из самых любимых процедур является уже аппаратная технология, которая внедряется с каждым днем все больше и больше. И инновационные технологии, которые внедряют в нашу эстетическую медицину, становятся все сильнее и крепче. Одной из самых ведущих на сегодняшний день технологий является технология ЭЛОС. Мы используем только полезный свет и полезную энергию, благодаря чему мы круглый год можем делать эту процедуру в отличие от других аппаратов. Отже, спочатку на фолікул впливає м'яка світлова енергія, а потім радіочастотна хвиля руйнує волосяний фолікул. З такого фолікула більше не може рости волосинка, і поступово після кількох процедур на обробленій ділянці тіла спостерігається стійке зменшення волосяного покрову. Іншими словами, волосся після такого впливу перестає рости. Бажаєте знати, чим ЕЛОС відрізняється від інших процедур з видалення волосся? Сеанси проходять швидко і безболісно, а волосся зникає назавжди, в тому числі світле і пушкове. Такого ефекту дарма чекати від видалення волосся воском, кремом, депіляторієм або електроепілятором. Після ЕЛОС шкіра не потребує ніякого особливого догляду, ніби ви нічого й не робили. Одразу після сеансу ви можете засмагати або проходити інші косметологічні процедури, що певний час є неможливим після, приміром, фотоепіляції. Спеціалісти клініки Oxford Medical за вашим бажанням проведуть епіляцію будь-якої ділянки тіла, навіть найчутливішої. Существует три фазы роста волоса, от чего мы, в принципе, и зависим. И как известно, что у каждого человека, у мужчины, у женщины, волосы растут по-разному. Также мы зависим от возраста, от сезонности, потому что уже отмечено, что весной и осенью стимуляция роста волоса происходит более активнее, чем это проходит летние и зимние периоды. Мы зависим от каждой фазы роста, и убрать максимальное количество волос можно только в активную фазу. Поэтому, учитывая все эти особенности, для каждого человека существует определенный интервал между процедурами. ЕЛОС-технологія забезпечить вам подвійний захист шкіри за рахунок охолодження поверхні і контролю інтенсивності впливу на різних ділянках тіла. Грамотний спеціаліст виставить параметри так, що ваша шкіра не перегріється, а можливість подразнень після процедури буде зведена до мінімуму. Многие спрашивают, навсегда ли мы можем убрать волосы. Стойкий длительный результат дают эти процедуры, потому что, как известно, как правило, на один активный фолликул приходится до 15 спящих. Мы работаем только с активными фолликулами. После удаления активного фолликула через определенное время, у каждого человека это бывает по-разному, как правило, ремиссия от 2 до 15 лет, мы можем говорить о том, что могут пробудиться спящие фолликулы, но они уже, конечно, не в таком количестве пробуждаются. Как правило, это пушковый волос, безжизненный, который, в принципе, не мешает человеку жить. Но его тоже можно убирать. Результат ЕЛОС-епіляції в основному залежить від того, наскільки індивідуально підійде до підбору параметрів впливу спеціаліст-косметолог. Клініка Oxford Medical такий підхід гарантує. Значення має також, наскільки високий у вас поріг чутливості. Важливо дотримуватися і рекомендованих інтервалів між процедурами. Не намагайтеся силоміць пришвидшити процес. Природні фази росту волосся ви не зміните, а досить часте проведення процедур може навіть знизити ефективність лікування. В среднем для полного удаления волос отводится от 6 до 8 сеансов с интервалом от 1,5 месяцев до 2-2,5 месяцев перерыв.
Хочется сделать акцент на том, что можно убирать и светлые волосы, которые имеют русый оттенок, но в то же время какой-никакой, но пигмент имеют. Потому что свойство любого аппарата – видеть пигмент. Единственное, конечно, для светлого волоса требуется больше количества сеансов. Также учитывается проблема гормонального фона. Те люди, которые обращаются, клиенты к нам с проблемой гормональной, то же самое учитывается интервал между процедурами, количество процедур и в каком порядке, и каким образом мы будем делать. Поэтому все процедуры, которые мы проводим, сугубо индивидуальные, касаются только лично каждого человека. Звичайно, що краса вимагає жертв. Проте жертви мають бути помірними і виваженими. А коли косметологічні процедури дають бажаний результат, і до того ж ви впевнені у його безпечності, то й життя стає радіснішим вдвічі. Адже попереду ще стільки сонячних днів, теплих вечорів і сонячного настрою. З приводу жіночої мінливості нагадаю слова Генріха Гейне. Я б не сказав, що жінки не мають характера, просто у них кожного дня інший характер. По-моєму, це дуже не сумно. Чекаю на тебе через тиждень. Будь у доброму гуморі.